Всем привет! Сегодня получил вот такую вот большую посылку. Это у нас турник для помещений, да, для того, чтобы можно было использовать в помещениях. Вот такая вот картинка, она видна плохо из этого. Купал я его на Алиэкспрессе. Фишка в чем? Они обмотали скотчем полностью коробку. То есть коробка уже не придатна, то есть мы будем ее вскрывать, и коробка, допустим, на подарок не пойдет. Причем коробка пожмакалась. Вместо того, чтобы в коробку упаковать дополнительную коробку или там обмотать ее, допустим, чем-то, они просто тупо ее скотчем обмотали коробку и все. И, допустим, все равно это не помогло, потому что коробка помялась. Вот здесь мятина, вот здесь мятина. То есть, в общем, в этом плане, если вы там планируете на подарок или куда-то еще, не советую этого продавца или пишите ему, чтобы нормально запаковал. Вот, но я покупал лично для себя, и коробка эта мне по сути не нужна, поэтому давайте будем пробовать открыть и смотреть, что у нас внутри. Причем коробка, походу, она была уничтожена еще, ну, она была помята, наверное, еще до того, как ее решили мне отправить. Имеем вот такую вот кучу запчастей, книжечку, инструкцию, я так понимаю, как ее собирать, крепить. Я когда покупал этот турник, я не задумывался особо о том, какие двери у меня в квартире и так далее. И сейчас уже потом, когда уже купил и уже когда мне выслали, я задумался, где же я буду ее вешать, чтобы подтягиваться, допустим. Ну там пресс качать и так далее, это можно и так сделать. Куда я ее буду вешать? И я реально обошел квартиру и не нашел. У меня двери специфические, то есть не подходят под такой этот. Ну, мы сейчас ее соберем и будем пробовать найти себе место, где ее можно повесить в виде турника. Вот штука, довольно крепкий металл такой, и ну сделано все отлично, ручки прорезиненные, все классно, то есть мы ее вот так цепляем и можем вот здесь подтягиваться и так далее и тому подобное. Ну придется теперь, осталось только найти, куда его можно будет крепить. И вот о чем я говорил, у меня все двери немного шире обычного, и я не могу, получается, она не достает у меня как положено для того, чтобы можно было ее упереть. В остальном же качество мне очень нравится, все очень хорошо сделано. Вот эта вот доска, она здесь прорезиненная, вот полоска, вот сделано все добротно. С одной стороны двери вставляем вот этот крючочек. Вот так он выглядит. Вот мы его сюда вставляем. Это для того, чтобы придерживался турник с обратной стороны. Сейчас мы закрепим и посмотрим уже. Получается, он просто для того, чтобы придерживать турник. Он, ну, основная сила идет сюда, то есть на стену. И если мы здесь повиснем, упор идет на стену, а это просто, чтобы он потом, когда мы спрыгиваем с турника, не отпадал вниз, вот придерживает его вот этот крючочек. Высота двери тоже играет роль, потому что если вы высокий и двери невысокие, то вам будет неудобно. Конечно, мне можно, вот давайте попробуем подтянуться. Дерево вот здесь аж хрустнуло. Вот.
надеюсь, не повредится ничего, я себе тоже ничего не сломаю. Попробую подтянуться. Действительно подтянулся. Оп. Вот, ну, мне сложно это делать, потому что я давно не подтягивался. Давайте еще раз попробуем. Вот, ну, конструкция держится. Здесь ничего не помялось. Отличная конструкция, то есть можно пользоваться. И, честно, я до последнего сомневался, что она будет держаться. Вот так все получилось, то есть удобно, все прикольно. И получается, когда потренировались, можно снять ее, положить куда-нибудь в углу. Классная штука, буду пользоваться. Единственное, что немного стремновастенько, когда подтягиваешься, но все равно конструкция как бы вроде крепкая, вроде все отлично держится. Вот, вот здесь она по центру немножко пошатывается в этом моменте. Вот, но в остальном она все крепкая, я надеюсь, продержится долго. Трубы у нее вот эти вот крепкие, толстые, то есть, ну, я думаю, что меня как бы, да, должно выдержать, тем более, если я начну усердно заниматься, то, по идее, должен похудеть до нормы, и тогда будет вообще зашибись. Снимается также легко, одной рукой можно снять. Вот. Такой арбалет сняли и положили в углу где-нибудь. Вот, ну на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.